Бусидо. Путь воина. Ну что же, еще один бой. Набухико Такада против Коджи Китао. Коджи Китао, чемпион по сумо. Вы посмотрите, вот этот вот слон справа. Это Коджи Китао. Кстати, Коджи Китао. Такое дерево, согласитесь, ему 30 лет. 370 фунтов его вес. 6,5 футов рост. Он, кстати говоря, одержал верх над Казуо Ямазаки в своем дебютном бою в стиле бусидо. Ну да, противостоять Коджи Китао достаточно тяжело. Набухико Такада, абсолютный чемпион мира по борьбе. 31 год, 230 фунтов, значительно легче он своего оппонента. И 6 футов 1 дюйм его рост. Вот поединок за звание чемпиона мира, за звание абсолютного чемпиона. Такада против Гарри Олбрайта. 13 боев, 12 побед. Поражение именно от Олбрайта. В зале Будокан собралось аж 15 тысяч зрителей. Так что схватка, несомненно, будет жаркой. И сейчас судья объясняет, что делать нельзя. Нельзя бить кулаком. Можно, если наносить удары, то открытой ладонью. Поприветствовали друг друга атлеты. Бой, кстати говоря, нас ожидает нетипичный для бусидо. 5 раундов по 3 минуты. Но об этом попросил Китао. И Набухико Такада пошел ему навстречу. Немножечко Китао не похож на борца сумо, согласитесь, все-таки нет такого здорового пуза. Я имею в виду борца сумо в привычном для российского зрителя, что ли. Потому что мы привыкли видеть таких здоровых бегемотов. Этот выглядит очень даже прилично. И стойка у него скорее напоминает стойки из различных боевиков, который приходит на наш видеорынок из Гонконга и других стран Юго-Восточной Азии. Начало, естественно, разведка. Совершенно очевидно, что Такада гораздо быстрее, но Китао и выше, и сильнее, и мощнее, я имею в виду, тяжелее. Так что здесь очень сложно предсказать имя победителя. Лоу-киками сейчас пытается атаковать Такада. Да, Такада более опытный, более искушенный боец бусидо. Неплохой, кстати говоря, сейчас удар с разворотом прошел в голову Китао. Но пока эти удары все для Китао не представляют какой-то серьезной проблемы. Вот сейчас, по-моему, удар в опорную ногу был достаточно неприятный для Коджи Китао. Ну что, неужели Такада сейчас пытался сблизиться с Китао? На мой взгляд, делать этого ему не надо в первом же раунде. Такада тоже очень хорошо знаком с разного рода восточными единоборствами. Пока разведка, естественно, пока спортсмены ищут слабые стороны соперников,
для того, чтобы в дальнейшем... Ох, хорошо, как ударил сейчас, да? Такада, вы видели, левый в голову. Но, как говорится, вода камень точит. Если постоянно бить в одно и то же место, то даже такая гора, как Коджи Китао, не выдержит. Перерыв. Первый раунд завершен. Еще раз напомню, 5 раундов по 3 минуты. Сейчас, может быть, покажут. Да, совершенно верно. Хороший удар очень прошел. Такой очень эффектный и, главное, эффективный. Кто в секундантах у Такады? Там и Юка Миято, и Масахито Кокихара. А вот очень мало секундантов у Коджи Китао. Начинается второй раунд. Ну что, продолжение разведки или более активные действия? Все-таки Такада более опытный. Сложно сказать, что заставило Коджи Китао выступать Бусидо, чего ему не хватало в сумо. Но, тем не менее, мы видим сумоиста на ринге, и неплохо вот он атакует, а! Но что, сможет ли разорвать этот захват Набухико Такада? Гораздо тяжелее, гораздо мощнее Коджи Китао. Как он крутит, смотрите, Такаду, а? Кстати, должен сказать, что сейчас бой проходит по особым правилам, согласно которым очки за прерывание боя прикосновением к канату не снимаются. Но, тем не менее, бой останавливается. Вот сейчас бой был остановлен, но, тем не менее, баллы не были списаны. Абсолютно спокоен Коджи Китао. Очевидно, скоро окончание второго раунда. Еще один удар прошел в голову. Посмотрите, левый у Такады. Правый лоу-кик неплохой в поверхность бедра. Да, вошли они в клинч. И что будут делать? Вот вы видите, Такада может захватить за костюм Китао. А вот Китао не может этого сделать, поскольку нет на Такаде даже трико. Поэтому испытывает некое затруднение. Ничего не может пока сделать Коджи Китао с Набухико Такадой. Или будет сейчас поднимать. Попытается, наверное, поднять. Да, вы знаете, Такада, он имеет преимущество в том, что касается техники болевых приемов. Ну, опыт, конечно, вещь незаменимая. Он знает о болевых гораздо больше, нежели Коджи Китао. Завершился второй раунд. Как муравьи секунданты сейчас около Такады, а около Коджи Китао, ну, никого нет. Вот этот вот повтор шикарный, конечно, был бросок. Шикарный. Это несомненный плюс для Коджи Китао. Неплохая команда, кстати, консультантов, секундантов у Такады.
Все массируют ноги, машут полотенцем. Ну, в разных, скажем так, условиях находятся наши атлеты. Согласитесь, я считаю, с точки зрения этики, нужно было такое же количество секундантов выдать и Коджи Китао. И вот сейчас третий раунд, который, как правило, является очень важным в любом виде единоборств. Он может, кстати, быть решающим. Ну, если не в плане чистой победы кого-либо из атлетов, то, по крайней мере, в решающем плане определения победителя по итогам всех пяти раундов. Такада пошел в атаку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А вот это, по-моему, нокаут. Чистая победа, поскольку прошел такой удар в физиономию. Ну, посмотрите, Коджи Китао, какой там встать, о чем вы говорите, друзья мои. Вот посмотрите, вот он удар. И привет. Все, пишите письма. Это Нобухико Такада. В действии его, естественно, все поздравляют. Он в очередной раз победил. Победил в очередном бою после того, как стал абсолютным чемпионом мира. Естественно, для уверенности это очень многое значит. Здесь, естественно, врачи подошли к Коджи Китао, начинают с ним разговаривать. Но что делать? Что делать? Пропустил, сам виноват. Вот он, Нобухико Такада.